Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Головила», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение хочу предоставить. Горный велосипед от украинской торговой марки «Команч». Модель называется «Antaria Sport.com». Этот велосипед подходит для мальчиков и для девочек с ростом от 1,40 м. Кататься на этом велосипеде можно с условием даже роста 1,75 м. Поднимается сидушка, можно будет комфортно себя ощущать на велосипеде Команче Antaria Sport.com. Характеризуется велосипед основными показателями. Размер колеса 26 дюймов. Рама алюминиевая. Количество передач спереди 3, сзади 7. Задний переключатель торговой марки Shimano XT-TY300. И самое основное, гидравлическая система тормозов от торговой марки Tecro. Вилка 100 мм хода Сантур с регулировкой. В общем, это идеальный велосипед для того, чтобы купить один раз и надолго своему подростку, девочке, мальчику или девушке с ростом 1,75 м. На самом деле идеальный велосипед с идеальной комплектацией и исключительно невысокая цена. В связи с тем, что это украинский велосипед, он под украинского покупателя создан, поэтому кататься на нем комфортно как по качеству, так и приятно, что он недорого стоит. Ценовая политика всегда является предопределяющей при выборе велосипеда, поэтому если вы хотите купить недорогой, качественный велосипед на долгий период времени, чтобы не ломался, вот рекомендую Antaria Sport.com от торговой марки Shimano. Более детально, конечно, всегда стоит отмечать то, какие покрышки идут, потому что они предопределяют комфорт езды. Центральная часть покрышки имеет шипы, близко друг к другу располагающиеся. Боковые шипы обеспечивают устойчивость езды велосипеда по пересеченной местности. Это комфорт и надежность. Обода алюминиевые, двойные. Это делает велосипед устойчив к деформации. Возникновение восьмерок на таком велосипеде, естественно, минимальное. Комплектуется велосипед камерами под толстый ниппель автомобильный. Это удобно накачивать колесо на любой автостанции, у любого автолюбителя. Вилка торговой марки Сантур, тормозная система Tecro гидравлическая. Крепится колесо как переднее при помощи легкосъемного эксцентрика, легко снимать при транспортировке, так и заднее колесо крепится при помощи легкосъемного эксцентрика. Вилка, как вы видите, имеет толстые такие элементы, которые надежность обеспечивают при езде. Вилка имеет ход 100 мм. У вилки Сантур есть регулировка. Регулировка с правой стороны и с левой стороны, рычаги, предлоуд, который увеличивает или уменьшает степень сжатия пружины, что обеспечивает комфортную езду в зависимости от веса велосипедиста. Больше весит, там под 70, зажали. 40 кг весит, отпустили максимально для того, чтобы лучше отрабатывала вилка. Руль алюминиевый, как вы видите, гидроформированный в центре, более толстая часть руля с тонкими стенками, к краям более толстые стенки с более узким по диаметру. Это обеспечивает легкость руля и при этом жесткость самого элемента. Тормозная ручка левая с тормозной монеткой отдельно идут. Тормозная ручка Tecro, монетка, это переключатель от торговой марки Shimano. С количеством градации скорости 1, 2, 3. Это передний тормоз, передний переключатель. Вы всегда можете знать, на каком передаче идет у вас передний переключатель. Правая ручка, правый рычаг тормоза, задний тормоз и монетка на правой руке, на правом руле, на правой стороне руля с градацией шкалы 1, 3, 8, 1, 3, 5, 7. Вы всегда знаете, на какой передаче стоит задний переключатель. Велосипед алюминиевый, красивый, легкий, рама 15 дюймов, что соответствует расстоянию от центральной части верхней трубы до пола. 72 сантиметра. Фактически это нарост 42 сантиметра, 1,45 м. Вот так. 72 сантиметра это 50% от роста человека. Имеется в виду 72 сантиметра от пятки до паха. Составляет 50%
роста человека, поэтому при росте 1,45 м на этом велосипеде уже будет безопасно, комфортно кататься. Если ваш рост 1,40 м или чуть даже ниже, 1,35 м, надо взять раму не 15 дюймов, а 17. Расстояние от вала каретки до подседила на 2 дюйма меньше, тогда будет комфортнее кататься подростку с более меньшим ростом. Это всегда индивидуально подбирается в нашем магазине. Есть и такой велосипед, и чуть меньше, как вы понимаете. Шатуны идут с тремя звездами, причем эти звезды крепятся при помощи бонок. При износе одной из звезд можно менять не весь узел шатунов, а просто одну звезду. Это опять же таки говорит о комфорте, легче в эксплуатации. Щиток стоит пластиковый, алюминиевый сам по себе шатун и пластиковые педали. Надежность хорошо. Передний переключатель Shimano с нижней подводкой тросика тоже нормально хороший элемент при эксплуатации, хорошо себе показывает. Задний переключатель торговой марки Shimano с возможностью работать на 6-7 скоростях на заднем колесе. У нас сзади стоит трещотка от торговой марки Shimano на 7 звезд и переключатель TY300, который крепится при помощи через серьгу. Это алюминиевый соединяющий элемент между переключателем и рамой. Это безопасность вашего велосипеда. Стоит отметить, что у велосипеда есть специальное дополнительное отверстие. Раз, два. И с другой стороны также 3-4. 3-4. Установить можно на велосипед багажник. И горный велосипед превращается у нас в дорожный. Поэтому на велосипеде Ontario Sport.com будет комфортно даже путешествовать. Седло регулируется, как уже говорил, достаточно комфортно будет на долгие года этот велосипед. Регулировка седла позволяет комфортно сделать посадку на тот момент, когда у вас начинают подрастать дети, подростки. Или просто когда меняется велосипед между людьми, у которых разный рост. Велосипед не комплектуется подножкой, не комплектуется крыльями. Все это у нас в магазине Веловива на Харьковском шоссе продается дополнительно. В наличии всегда присутствует. При покупке велосипеда рекомендуем покупать подножку и крылья. Это стандарт хорошего, качественного подхода к покупке, для того, чтобы всегда было комфортно ездить на велосипеде в любую погоду. Стоит отметить еще последний критерий велосипеда – вес. Многие говорят, сколько он весит, легкий, насколько это удобно, комфортно. Рекомендую определять велосипед легкий не по весу, а по ходу. Часто многие на это не обращают внимания. Купят велосипед, а педали крутить тяжело. Поэтому всегда надо смотреть, на каком велосипеде педали крутить легче. Но все равно вес велосипеда стоит знать. 14,5 кг для горного велосипеда, у которого колеса 26 дюймов, рама алюминиевая, 15 размер рамы, это нормальный, хороший стандарт, показатель хорошего велосипеда. Ну, еще забыл сказать в конце, что вал каретки, там, где мы педали крутим, там стоят промподшипники. Надежные компоненты, которые не поддаются регулировке, которые в эксплуатации себя ведут более комфортно. Педалировать очень удобно, когда стоит промподшипник в зоне, где у нас педали крутятся. Вал каретки с промподшипниками. Картриджный вал каретки. Понравился видеообзор? Оставляйте отзывы на нашем YouTube-канале Веловива. Хотите приобрести, приходите в магазин на Вербицкого 36. Если вас заинтересовал велосипед и вы хотите заказать, заказывайте на сайте velaviva.com.ua, мы вам доставим любой транспортной компании по Украине. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!